Здравствуйте, дамы и господа. У нас сегодня обзор камеры Rolleiflex 3,5 автомат от немецкого производителя. Начну я с того, что расскажу, значит, про видоискатель. Видоискатель камеры довольно просторный, покрывает 100% кадра. Есть линза для более точной наводки на резкость. Еще есть вот такой вот режим для визирования горизонтального. Вот, и как-то вот так он закрывается. Система состоит из двух шахт, двух объективов. Верхний объектив у нас визирующий, со светосилой на минуточку 2,8. Через него производится непосредственное построение кадра и наводка на резкость. Второй объектив, он непосредственно съемочный, и через, ну, собственно, он и рисует у нас картинку, но светосила здесь 3,5. Также тут в нем находится диафрагма, ну и, собственно, весь механизм управления выдержкой и спуском и прочим. Возле объективов находятся два колесика, которые, соответственно, отвечают за выдержку и диафрагму. Диафрагма здесь регулируется в пределах от 3,5 до 22, а выдержка от режима V, то есть выдержка с зажатой кнопкой спуска, столько, сколько надо, и 1/500, которая включается только со спущенным затвором. Кнопка спуска камеры довольно продуманная, защищена таким вот рычажочком, который блокирует от случайного нажатия. Также тут находится синхроконтакт с возможностью вот выбора либо такое, кому как нравится. Разъемчик, включение стандартных вспышек и синхронизатор. Также тут имеется селфи-таймер, где-то секунд на 10, на 15 включается, и также можно делать селфи. Дальше, что у нас в камере сбоку? Ручка наводки на резкость, соответственно, благодаря которой выдвигается весь блок. С другой стороны у нас ручка перемотки и завода затвора. И также счетчик кадров. Что тут еще? Ну, крепление для ремня. Также есть такая вот вспомогательная таблица для съемки без каких-либо устройств, замеры экспозиции на английском языке. Вот, давайте заглянем внутрь. Для этого мы отодвинем засов и вот так вот открываем ее. У нас тут внутри находится, значит, снизу это отсек подающей катушки, которая вставляется новая сюда. Также вот такой фиксатор. Вот. Здесь вот находится два ролика. Пленка заряжается под этот ролик и поверх вот этого. Сверху находится приемная катушка, которая также может сниматься. Ну и с помощью нее, соответственно, производится перемотка во время. Вот здесь вот, как видно, сам объектив и затвор. Но если мы начнем крутить колесико диафрагмы, у нас там будет видна диафрагма. Достаточно формирующее круглое отверстие, что, я считаю, главным преимуществом данной модели. Вот, здесь еще какая-то вот эта вот рамочка, которая как-то переключает кадры, но я ее даже не трогаю. Нафиг она не сдалась. Вот. Замечательная камера с объективом Carl Zeiss Apton 75 мм светодиодом.
Вот камера есть вот такой родной светофильтр. Оригинальный, оранжевый. Который, ну, используется как раз для съемки с черно-белой пленкой, да, который дает контраст для неба. Ну и некоторые, как бы, высветляет кожу, так можно сказать. Ну, также бывают зеленые, синие, красные светофильтры там. Ну, других я не встречал, но как бы довольно компактное решение. Можно даже использовать два светофильтра для обеих объективов, но я вижу только использование для основного снимающего. Все.